Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 6 сентября. Память святых мучеников Кириака, Фавста и Авива. Все святые мученики пострадали при императоре Декии. 249-251 годы. Жестокий гонитель христиан. В Александрии. В то же гонение, во время которого замучены были святой Фабиан, папа римский, и святой Александр Александрийский. Это патриарх Александрийский, 212-250 год. А Фабий, папа римский, епископствовал в Риме с 236 по 250 год. Их привели к правителю города Валерию, и он за свое твердое исповедание имени Христова и за смелое обличение идольской лести и суеты, они были усечены мечом. С ними убиты были еще 13 мучеников. Некоторые александрийские христиане взяли их мощи и благоговейно положили в своем городе во славу истинного Бога нашего Христа. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.